Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении 43 сотрудников Министерств внутренних дел и чрезвычайных ситуаций, отличившихся при тушении пожара на территории промышленного парка «Азерсун», расположенного в поселке Гаджидин-Алабдин города Сумгаит. Согласно распоряжению, 19 человек награждены медалями за отвагу, 4 человека за военные заслуги и 20 человек медалями за отличие в службе в органах чрезвычайных ситуаций третьей степени.